Виталий у нас уже один раз тут был, произвел фурор. Тогда у него был его такая более шумовая, что ли, ипостась Дор. Ну, вообще, мы как бы, наверное, все уже знаете, что у него там масса поэтов. Все они интересные, от амбиента до поп-хардкора, как я это назвал. Ну, ярлыки развешивать — это самое неблагодарное дело, поэтому оставим как бы каждому возможность самостоятельно классифицировать то, что мы сегодня увидим. Виталий вышел новый альбом сольный «Красота», завораживающий. Я его послушал уже несколько раз. И вот сегодня он нам его и представит. Коротенько скажу, что еще будет в этом месяце у нас, а именно в следующее воскресенье будет новый проект, дебют проекта, который называется «Фанни». Фаня. Очень талантливая девушка с таким интересным тембром голоса. Песен немного на просторах интернета, но можно найти, приходить интересно. Вот. И в последнее воскресенье января совершенно классная артистка Лиза Блинова, она у нас тоже была уже один раз, и с Юлией Тузовой у них был, значит, на двоих концерт. Тоже феерическое совершенно было выступление, и, соответственно, в январе у нас будет последнее воскресенье с ее большим сольным концертом. Всем приходить обязательно, потому что это пропускать нельзя. Болтовню на этом закончу. Не лишне приглушить звуки наших мобильных друзей, чтобы они нам не портили звук во время выступления. И вот не мелькать, пожалуйста, головами, мои камеры мне не перекрывать, чтобы тоже не испортить картинку, потому что завтра все это будет выложено в сети. Для тех, кто сюда не дошел по причине холодов или еще какие-нибудь ленности, глупости или еще какие-нибудь причины. Собственно, все. Встречаем Виталий Малыгин. Ну, пока. Привет, пожалуйста, коллега.